Всем привет! Недавно я заходил на сайт AliExpress и увидел, что там нам предлагают купить Лего набор, причем новый, и вроде как даже должен быть оригинальный, да еще и со скидкой больше, чем в половину остальных уже по скидкам. То есть он намного дешевле шел. Вот, собственно, видите, какая там была акция. Я решил его заказать и проверить, как у нас AliExpress это все доставит. Доставили, кстати, за 2 дня, очень быстрая доставка. И давайте посмотрим, оригинальный набор ли они сюда положили. Можно ли вообще заказывать Лего наборы с AliExpress? Давайте смотреть, что у меня все-таки в итоге пришло. Коробка, кстати, очень большая, набор должен быть меньше. Ну, как видите, коробка такая вообще гигантская, то есть намного больше, чем сам набор. Что ж, давайте открывать и смотреть, что, собственно, нам пришло. Ну что ж, я открыл посылку, вот сразу же мы видим логотип Лего, уже хороший знак, что что-то нам пришло вроде как оригинальное, не какая-то там подделка. Вот, собственно, мы достали этот Лего набор 60-264. Как по мне, набор довольно интересный, особенно с такой скидкой, с которой я себе его купил. Собственно, здесь у нас присутствуют интересные мини-фигурки. Также еще вот такая вот подводная рыба очень интересная. Посмотрел на Бликлинке, ее отдельно продают, если в рублях примерно где-то за 400. Собственно, вот такой вот набор я себе заказал. В дальнейшем обязательно сделаю на него обзор, потому что набор действительно интересный. Это у нас Лего Сити, также еще при поддержке National Geographic. В общем, все посмотрим, тут еще должен быть такой довольно интересный персонаж. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, смотрите остальные мои видео. И также у меня еще есть разные плейлисты с обзорами на разные наборы Лего, так что я думаю, вы обязательно найдете себе что посмотреть. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!